У меня был знакомый, который, знаете, он в день рождения жены, пока она спала, он усыпал вокруг ее головы цветами все. В общем, они месяц не разговаривали, она была. Человек весь в цветах, у него портится настроение. Но он ее, правда, не сфотографировал в этом виде. Раз уж у нас про Наталью зашла речь, я так понимаю, что в ЗАГС вы предложили... Поздно. Поздно, но красиво. Красиво, красиво, да. Как-то это так получилось, что без свадьбы в Одессе то ли к нам пришли, то ли зарегистрировали нас. Кто проявил инициативу, не буду говорить. Угу. А вы поддержали решение товарища? Я он и не был. Они тихо там все это проделали, я... То есть я знал все, но то, что они... А мне было все равно, что расписались, это было, они расписались. Это было недавно. Может быть, лет... мы-то уже вместе. Но мы по-настоящему сделали так. Я довел до того, что я без нее жить не могу. И не знаю, как она. У женщин не выяснишь никогда. Я довел себя до того, что не могу без нее жить. Все. Вот это я говорю открыто. И, значит... Поэтому вопрос с женить был решен помимо меня. Явочным порядком, как это называется. Абсолютно. Вот отсюда, снизу, от сердца пошло вверх в голову, и голова уже не воспринимала отсутствие этого человека. А ваши дети как-то... Я даже не замечал за ним этого, но он правда... Ну, мы же как-то, слава богу, живем отдельно от Ромы. Понятно, все-таки, да. Наверное, на каких-то больших торжествах. Мы все на время юбилеях, на торжествах, да. Новый год, день рождения, он приходит сюда ко мне, потому что жена хорошо готовит, там рыба фарширована, там все. А детский стол обязательно закручивает арбузы, помидоры, огурцы, перцы, и все это есть. Был даже случай недавно, какой-то, по-моему, у меня был день рождения, пришло человек 20. Они сели, нагнули вот так голову, стали, извиняюсь, жрать. И ели они примерно часа полтора, ни слова. Я говорю, ребята, у меня же день рождения, скажите. И вот они сидели полтора часа и ели беспрерывно. Ну, Райкин у меня был в гостях дома, мама его кормила, ему плохо стало. Да, его скорая забрала. Объелся? Да. Меня не было, потому что я там с девочкой, у меня было свидание. Он говорит, иди. Он был без Ромы. И все, и то, что мама сделала, ну, все. Мама говорит, я не видела, чтобы человек столько мог есть вообще. Он все попробовал, все. Можно я только на секундочку? Куда? Да мне только поесть. Что ты жрешь все время? Что ты все время жрешь? Что ты жрешь все время? Да где все время такие перерывы? Где все...